В этом видео я расскажу о том, как поставить в ноутбук Lenovo Winchester SSD. Вот я взял Winchester Samsung на 250 гигабайт. Для того, чтобы поставить этот ноутбук, мы заказываем вот такую приблуду с Китая. Она подходит к ноутбукам серии 310. У меня ноутбук серии 520. Начитался я в интернетах, что подходит и на эту серию. Попробуем. Вот такая вот штукенция, переходничок. Продавец даже кладет заботливо винты крепления. С чего начнем? Ну, для начала мы видим заглушку под CD-привод. У меня здесь CD-привода нет, но заглушка стоит. Мы выкручиваем винтик, который ее фиксирует. Далее вынимаем заглушку. Вынимается она с первого раза достаточно тяжело, но потом можно дернуть посильнее. Вот мы видим заглушечку. Берем наш Winchester. Ставим наш переходник. Сидит крепко. После чего устанавливаем заглушку. Берем всю эту конструкцию и ставим на место. Садится все это дело отлично. Все, Winchester установлен. Теперь после загрузки ноутбук у нас должен определить SSD-шник. Итак, вот ноутбук у нас загрузился. Сейчас мы его запустим. И посмотрим, определился ли у нас наш SSD-диск. Открываем мой компьютер. Диск не определился. Что делать, если после перезагрузки у вас не определился SSD-диск? Для этого выполняем такую команду. Жмем клавишу WinR. И отсюда уже запускаем менеджер дисков. Пишем диск. MGMT. Жмем Enter. И вот мы видим, запустился у нас менеджер дисков. Здесь для инициализации жмем OK. Вот у нас появился наш SSD диск. Теперь осталось распределить области, если требуется, отформатировать. Для форматирования задания нового тома на вновь созданном диске просто необходимо щелкнуть правой кнопкой по этому диску. Здесь у вас будет надпись «Создать новый том», где можно будет отформатировать и задать букву тома. Ну и после всех наших проделанных манипуляций
мы видим, что у нас появился новый диск, новый том Е. Всем спасибо, пока.